Самая главная моя мечта – играть за сборную России, потому что футбол – это не спорт, футбол – это жизнь. Еще в раннем детстве Максима родители поняли – у сына талант. Пинать мяч точно в цель он научился уже в 2 года. Спустя время страсть к футболу не угасла. Сейчас у Максима есть все шансы попасть в главную команду страны. Вот что сам говорит юный футболист. Я с нетерпением жду чемпионата мира по футболу. Всей семьей мы планируем посетить матчи сборной России. Этой зимой 9-летний Максим загадал желание получить мяч с автографами футболистов сборной России. И его мечта осуществилась. Как и маленького Леши из города Княгинино. Что ты хочешь? Спасибо. В ноябре прошлого года в России стартовал конкурс «Детские мечты». Любой юный болельщик футбольной сборной России мог рассказать о своем самом заветном желании. Они были разные – совместная тренировка с игроками, компьютер, кто-то мечтал получить собаку. Мы начали исполнять желания детей еще в прошлом году и продолжим это делать весь 2018 год. Для нас это большая возможность поблагодарить наших маленьких болельщиков. По итогам конкурса игроки национальной команды исполнили 121 детское желание. Повезло и нижегородским мальчишкам Леше и Максиму. Значит, если ты о чем-то очень мечтаешь, это обязательно сбудется.